Всем привет, народ! Мы на очередном выезде. Что там, уже ребенок мяч гоняет. Конец мая. Приехали на нашу любимую полянку. Погодка пока так. Ну, солнце будет, даже будет, возможно, 25. Вот так вот мы. Мы теперь, ребята, мы, короче, все изменили. И мы теперь еще с одним новым прицепом. Того же производителя. Покатались мы с тем большим прицепом, поняли, что его слишком много для нас. Слишком, прям вот, прям очень, от слова совсем. И этот прицеп великолепно все-таки идет по пересеченке. Его не кренит. Он прям великолепно едет. Просто сказка, короче говоря. Вот собаку там уже вовсю купает. У нас тут, конечно, пока еще не разложено. На прицепчик, конечно, ребята, это, ну, новый уровень отдыха. Хватит палаток, устали мы от палаток, естественно. Вот такие вот, все аккуратненько, все работает. Тут вот свет можно сделать, по-моему, так вот он. Я уже не помню как. Ну-ка, что у нас тут со светом? Со светом. Я вспомнил, как это делается. Вот так вот жмакается. И вот там все загорается. Можно поярче. Можно потише свет сделать. Выключаем. Выключаем. Ну, естественно, датчик полноты воды. Виктория Андреевна. Да-да-да. Москитные сеточки, все дела. Да, тут короче, такое, тут прицеп Land Rover. Да-да-да-да. Можно сделать вообще закрыть. Да-да-да-да. Можно москитку. Прицепчик Land Traveler M. Но в максимальной комплектации. Потом со временем буду показывать, какие еще функции есть. Есть, естественно, подножки. Ну, про отопление говорить бессмысленно. И так понятно, что оно есть. Солнечные панельки вон там вот сверху стоят на 200 ватт. Возможно, доставим. Вот здесь у нас маркизы, две штуки. Ну, вот, возможно, вот сюда еще панельку подумаем, воткнем. Да, единственная проблема, возможно, будет пескоструиться. Панелька довольно-таки быстро, я думаю, выйдет из строя. Ну, без разницы. Выйдет, заменим. Как вот. На капотах эта фигня называется, пластиковая? Я не знаю, без разницы. Короче, мухобойка. Дефлектор капота. Да-да-да. Вот, нужно туда поставить будет, и все будет хорошо. Вот такие у нас теперь крутые брызговички. Американские компании. Rock Tamers. Вот. Опять-таки, почему тоже поставили? Потому что прошлый большой прицеп, который был. Кстати, можете посмотреть видео у нас на YouTube, оно есть. Не забываем, это канал Сусанин ТВ. Мы от песка строили вот эти части, потому что не было брызговиков. Да, она сейчас грязненькая, но она не от песка строена. Опять-таки, тоже здесь максимальная комплектация. Это не просто пленка. Это просто, ну, как бы есть, идет пленка такая, цвета хаки, и броня. Плюс корпус здесь полностью металлический. То есть по кругу полностью все вот так, вот так, вот так, вот так. Везде полностью это все сделано металлом. Уголки сделали вот такие алюминия для того, чтобы ветки зацепил, не царапает, просто, как говорится, ударила ветка, ушла в сторону. Вот это мы тоже потом переделаем. Вот здесь должна была быть запаска. Мы ее сняли просто потому, что она не нужна для облегчения веса. Дальше рундук мы отсюда доведем до сюда. То есть мы сделаем больше рундук. Почему мы отказались от колеса запасного, объясню. Есть ремкомплекты, все это прекрасно знают. Колеса здесь АТ-шные стоят. 18-й, по-моему, радиус, не буду врать. А нет, это R16. R16, но 235-70. Не забываем, 70 R16. Поэтому клиренс очень немаленький, порядка 40 сантиметров здесь. В самой нижней точке. Так что будете смотреть, теперь этот прицеп с нами навсегда. Как говорится, one life, все дела.
Ну, естественно, наше озерцо Серменок. Мостик жив, слава богу. Устоял этой зимы. Как говорится, да, жена, естественно, будет рыбачить. Удержался этот мостик на плаву. Косой, правда, кривой, но стоит крепко. Но он даже не шатается. Не шатается, да, это хорошо. Сегодня у нас 28 мая. Еще на видео мы, ребят, приобрели. Что мы приобрели, Виктория Андреевна? Лодка с мотором. Лодка с мотором у нас, ребята. Лодка почти 4 метра, 15 лошадей, Микацу, все дела. Никогда у нас не было такой лодки. Будем тестировать, будем пробовать. Посмотрим, что у нас из этого получится. Я думаю, с лодочкой мы разберемся. Разберемся с лодкой? Нет. Лиску посадим за лодку на мотор, пускай. Вот я с мотором спать буду. Да, я вижу. Это, скорее всего, там чей-то поплавок. Возможно, здесь ловили рыбу. А может быть, наш старый какой-нибудь, кто его знает. На лодке поедете, проверите. Вот. Сейчас поедем. Вот Чернушка уже искупалась. Ага, мы уже накупались. Да, это хорошо. Помыть собаку, это очень нужно. Сейчас будем раскладываться. Тишина, спокойствие. Только птички поют. Великолепно. Ребят, короче, смотрите нас дальше. Посмотрим, что мы будем ловить. Тестировать лодочку. Покажу потом еще прицеп, все функции, все вкусняшки, которые есть в этом восхитительном, прекраснейшем прицепе. Или дом на колесах, сами как хотите называйте его. Land Traveler. Ссылки, если что, будут в описании. Найдем его. А, вот она. Хорошая. Да. Что, туда же? Блин, нет, там ветки. Лучше так. Туда на дорогу, наверное. Да. Ну что, мы продолжаем отдыхать.
Вот такой у нас теперь корабль. Длина 3,80. Моделька такая. X-River. 15 лошадок. Не важно, что написано 9,9. Хотя для гимсов самое оно. 9,9. По паспорту 9,9. По факту 15. На улице 20 с гаком. Все разделись. Ага. 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 Что там у Вики вкусного? Ну-ка. Ничего нету. Ничего нету, да? То есть только, понятно, для избранных. Ну говори, говори, что у тебя там? Ничего. Ну конечно, давай. Жматяра, покажем. Угу. Сушеная икра. Понятно. У местных покупаем. Вкусняшка. Погодка, конечно, космос. Сейчас чуть-чуть солнышко ушло. Но все равно. Ого. Супчик подогревается. Вот такой, кстати, у нас казан-мангал. Можно его чуть ниже, чуть выше делать. Можно просто как костроище. Очень удобно, потому что можно в любой момент перенестись. Если отсюда перенес туда, дождик пошел, то сидишь так же, греешься. Великолепно. Очень удобная штука. Тут у нас небольшой, соответственно, естественно, бедлам. Сейчас будем ставить эти маркизы. Попробуем эту маркизу поставить. И с той стороны, там, с левой стороны еще там есть. На выход еще одна маркиза есть. Так что продолжаем отдыхать. Погодка бомба. Особенно хорошо, когда ты утром просыпаешься, дверь открываешь из прицепа, и слышно только пение птиц. Прям как сейчас. Сегодня попробуем вечером на лодочке выйти, попробуем покидать на спиннинг. Поставили несколько раколовок, на той стороне поставили пару раколовок на линя. Посмотрим. Здесь еще у мостика стоит. Ну там что-то одна мелочь, вообще совсем мелочь какая-то идет одна. Ну посмотрим, посмотрим. Результаты покажем на камеру. Ну вот и наступило лето. Все уже, как говорится, начинаем загорать. Короче, смотрите, ребят. Вот такие вот маркизы. В принципе, все устанавливается легко. Тоже сначала думал, как ставится, как ставится. Нет, все очень легко. Туда в пазы вставляется. Вполне себе надежная штуковина. В распорочке. Все великолепно. Не знаю, кто там что-то ругает. Не знаю. Ну посмотрим, что с ветром будет. Сломается, сломается. Разберемся. Вот, вот так вот мы сделали. Вот здесь вот сделали небольшую комнатушку. Чисто для того, чтобы даже ты вот пришел. Вот как Виктория Андреевна сейчас приходит, я ее вот так вот, ботиночки вот так вот снимаю. Да, не снимать. Ботиночки снимаю, загоняю ее вон туда, на спальное место. И мы спим, да. В принципе, вот эта штуковина, по большей части, для того, чтобы здесь раздеться. Обувь снять и что, опять-таки, не закидывать под прицеп, как обычно делаем. Сейчас здесь поставил обувь, она будет сухенькая. Великолепно. Получилось тоже, в принципе, все настраивается. Тоже, не знаю, там народ орет. Что-то там разваливается, не разваливается. Не знаю, пока нормально. Посмотрим, как покажет себя во время хотя бы ветра. Так что, в принципе, все вполне кулюторно. Очень интересно. Качество на высоте. Поехали дальше. Неси ко мне. Неси ко мне. Все, давай возьму, давай бутылочку кину. Давай бутылочку кину. Готово, да, да. Сейчас, сейчас пойдем. Давай, готово? Вперед! Неси быстрей. Давай, давай, давай. Давай. Молодец. Молодец, Макрюнчик. Еще кинуть. Давай еще кинуть.
Давай еще кину. Пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Готово? Вперед. Давай, 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 давай. Поплавать, скажи, в водичке. Вода, конечно, ребят, еще, конечно, холодная. Так ополоснуться можно, но долго не поплаваешь. А собаке в кайф. Ну что, искупалась? Хорошо тебе, да? Хорошо тебе. Вода ледяная. Ребята, хотя на улице 20 градусов. А ребенок решил прямо в одежде прыгнуть в воду. Раз, в ледяную. Давай. Два, три. Она ледяная. Я же сказал, что она ледяная. Плыви давай до дома. Ненормальный ребенок. Что поделаешь? Так хочется купаться. Сейчас поедем проверять рыболовки. Так как у нас почти ничего не ловится, мы ловим рыбу на рыболовке. Не, почему? Ты сегодня не ловил. Ну, сегодня, да, забыли камеру взять. Короче, окушков таких болотных, темненькие и притемненькие. И щучку взяли небольшую. Но, к сожалению, камеру мы не взяли, и, естественно, на камере это нет. Но завтра поедем туда же и будем снова пробовать этого окуня. Он такой прикольный, черненький, болотистый. Сейчас поедем проверять раколовки. Кто ты, воин? Ребенок натаскал мелочевку. Ну, мелочь отпишись. Смотри, какой там кушочек. Ага. Хороший кушочек там, да? Ну, такой. Ну, жирненький. Колпайся. Всю рыбу солим. Сухой посол. Это то, что попалось, проколол. Ржу не могу. Не, но все равно... Вот такая хорошая красноперочка. Ну вот. Это же мелкие. Маленькая. Да, мелкие мы рыбешки, естественно. Отпускаем, да? Мы отпускаем. Хорошая. Уже суховато, видишь? Прям моментом. Угу. Там вот уже сушится немножко. Уже засоленные, уже вариант готовый почти будет. Уже скоро. Черноуска. Черноуска, собака, 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 собака. Что ты гонишь, собака? Черноуска. Черноуска. Меня не снимай, я опять с антеннами. Да, да, да. Черноуска, черноуска. Собака, 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 бербуняка. У кого-то сейчас попа оторвется. И что это так? Ты же не кошка. Куда ты прешь? Что ты хочешь? Да, моя девочка, моя. Моя девочка. Завтра с утра поедем на речушечку небольшую. Как раз таки там попробуем окушка. Там я и щучку взял сегодня. Потом пойдем на болото. Посмотрим, что у нас будет на болоте.
Сегодня, по крайней мере, клевал окунь. Посмотрим, что будет завтра. Ну, пойдем посмотрим, кто в кустах. Куда ты пошла? Там кто-то, да? Шарится, да? Кто там? Кто там? Кто там ходит? Кто там на ночь? Ну, кто там? Никого? Фу. Пошли. Ну что, народ, вот на такой мы речушке вблизи деревни ловим рыбку. И есть уже результаты. Вон стоят мои, тоже ловят. Правильные люди раскопали эту речку, поглубже сделали ее. И вот, ребята, первый результат. Вот такая вот, ребят. Видите, размер моей руки. Килошечка здесь, ребят. Примерно кило. Отлично. Великолепный результат. Посмотрим, что дальше сегодня будет у нас. Ну что, вот такие гогуни. Это маленький совсем. Это уже поинтересней. Вот такой хорошенький гогунечек. И есть побольше. С двух разных мест. Там, где щуку первую поймали, вот эту здоровую. Там же попался вот этот великолепный экземплярчик. Хорошенький. А это с болотца. Это с болотцев. Хорошие черненькие такие, смольные прям. Ух, вкуснятина. Срочно засолку. Сейчас я сделаю. Вот таких лещики идут, но очень мало. Неохотно они это делают. Клюют только с утра. Полночи просидели впустую. Но все равно хорошенький. Ном-ном-ном. Да. Посмотрим, что сегодня будет. Будем сейчас пробовать опять окушков черненьких гонять. Посмотрим. Но сегодня что-то как-то с клевом не очень. Ну посмотрим, посмотрим. Сейчас порешаем. Сейчас порешаем. Да надо, адреналинчик. Ты чё? Ударила так, что отрыгнула? Нифига. Смотри, я тащу, она не тащит. Блин. Та самая злосчастная трёшка. Получается, взяла не у берега.
Блин, я его на грани вытащил. Вот, ребята. Вот такие вот классные окунямы. Отлично. Это вообще великолепно. Что за щука зашла? Огромная пошла. А посмотрим, что дальше. Ну что, мы немножко обрастаем, как говорится, потому что уже почти 10 дней на отдыхе. Ребят, смотрите, какие прелести попадаются. Вот великолепный размер окушка. Просто кабан, жирненький такой, пузико такое классное. Виктория Андреевна там стоит. Столько уже оставили воблеров. Так, и блесен. У тебя ловится, ты таскаешь. Да. Вот на таких местах очень много. Сейчас еще кушинок еще немного, но я думаю, через полмесяца здесь пару мест только останется, куда можно будет закинуть. Тут уже, правда, не первый, он тут поменьше. И вот тут такой, смотрите, ребят, кабан. А? Смотрите, какой кабан. Класс, класс. Попробуем сейчас дальше плавить. Красавчики!
здоровые. Они какие-то длинные. Вот такие вот. Небольшие кушки. Ну как небольшие? Хорошие окуни. Так и ловим. Вот такие, ребят. Вполне себе отличный размерчик, ребят. Просто классная рыбалка. Я сделала. Да. Ну-ка. Ваши эмоции. Удочку. Да, под берегом. Небольшая. С килошечку не больше. Но все равно пустячок. Ну-ка. Подожди. Все-таки режет. Ты... А, режет руки? Да. Вот такая. Хорошенькая. Все. Снимай ее. Сейчас. Адреналинчик, да. Дала жару. Да. Долго мы на этом озере пытались и окуня ловить, и щуку. Блин, не дается она. Не поймешь ее. Никак не можешь угадать. Но поперла. Ребята, поперла. Хороша. Хороша девка. Вот так вот сегодня. Сегодняшнее утро дало результат. Отлично порыбачили. Сюку не видно. Все это пойдет. Да, все это пойдет. В засолочку. Вот этот кушок хорошенький такой. Смотрите, горбачок. Видите, горбачок. А смотри, глаза такие странные. У кого-то темные глаза. У кого-то темные, кого-то светлые. У кого-то светлые. Как, ребята, вам? Отличный окунек. Ну и щучка тоже под килошечку. Черная вся, черный хвост, все черное. Торфяник. Что ж поделать? Хорошая сегодня рыбалочка. Прям просто космос. Прям космос. Решили остаться еще, может быть, на денек, на другой. Завтра посмотрим. Там вариант еще половить карася. Плотву хорошую. Короче, остаемся еще на денек, на другой. Посмотрим, что из этого выйдет. Только-только начали собираться. Думали, сегодня вообще должны были уехать. В понедельник. Но что-то как-то рыбалка поперла. Активно. Решили пока остаться. Посмотрим, что будет дальше. Угу. Жена нарезает на борщик. Ты что-то так борща захотелось. Прям совсем? Угу. Прям очень хочется борща. Угу. Так как мы остаемся, чуть-чуть еще борща будем. Вот такой себе взяли казан-мангал. Удобная штука на самом деле. Вверх передвигать ее можно. Это самое важное. Дождь пошел, передвинул, не надо костер перетаскивать. О. Здесь можно разное... Ой, я тут испачкался, ну не важно. Это не грязь. Поднимать можно выше, можно ниже. То есть можно как сделать для углей под шашлык, так и опускать ниже. Естественно, все можно убирать вообще. Будет просто костровище. Классная штука, очень удобно. Ну, единственное, весит она, конечно, мама дорогая, 3 миллиметра стали, но не ведет. А это тоже огромный плюс. Не, хорошо сегодня отловились. Сегодня вечером пойдем еще попробуем чуть-чуть покидать. Вчерашний вечер был не очень хороший, но без разницы, попробуем еще покидать. Надо позже, возможно, мы еще в солнце были. Возможно. Ну, посмотрим. Сейчас будем вкусняшки кушать. Всем доброе утро. Решили мы на этом озере, где окуней ловим, попробовать поставить раколовки. Хотим посмотреть, будут раки или нет. Сейчас посмотрим. Ну вот, проверили мы раколовки. Раков нет. Но зато есть черные линии. Смотрите, какие кабанчики. Да, взять их я вряд ли смогу в руку. Очень проблематично с ними это сделать. Прям почти не видно. Вот, ну, вот такие вот. Вот такие пару леньков зашли. Нечаянно, видимо. Нечаянно. Ну ничего. Нет раков, зато леньки есть. Так что вот так. Ну вот, мы и завершаем очередной выезд. Как рыбалка была? Мне все понравилось. Прям вообще просто многорыбье, блин, да, всего очень-очень-очень-очень много разного.
и все ловится по-разному. Классно, мне нравится. Да. Классно съездили, ребят. Ждите следующего видео. Мы скоро тоже опять будем выезжать уже в другое место. Наступает потихоньку лето. Будем ездить с этим прицепом. Он оказался восхитителен. Что тут говорить? Просто бомба. Это то, что мы хотели. До этого у нас был другой прицеп. Кстати, ссылку я вам оставлю на предыдущий прицеп. Если кому нужен будет, он на продаже сейчас. Вот это нам больше всего понравился. Все-таки мы, у нас семья небольшая, и нам этого прицепа вполне хватает. Если будут какие-то вопросы по прицепу, именно нюансы какие-то у вас, технические характеристики, что-то у вас именно вот в плане пользования этого прицепа, пишите в комментариях, отвечу на все вопросы, потому что я его тут поюзал по максималке, и смотрели все, как тестировали по полной программе. Поэтому оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии. Всем пока!